Сейчас я хочу представить нашего следующего докладчика. Впервые я о нем услышала от пчеловодов, которые очень активно торгуют на рынках медом в Гродненской области. И услышала сразу море негатива. Это был просто крик. Вот такой сякой, подмял, все забрал под себя. Ну, прислушалась. Потом поступила другая информация, а буквально перед нашим, вот, нашей встречей предложение от очень уважаемого мною пчеловода. А не пригласить ли очень интересного парня, который есть у нас вот в Гродненской области. Перечислил все его заслуги по пальцам и самое интересное сказал, что умеет, менеджер хороший. Поэтому, я думаю, всем интересно будет послушать и поучиться. И я приглашаю Рыжкова Андрея, который представится, потому что для многих это новое лицо, и постарается раскрыть те секреты, которые посчитает нужным. Спасибо за приглашение. Расширялся, увеличил пасеку, но в итоге потом увидел, что действительно пасека уже большая, и люди начинают спрашивать, задать вопросы, как, что, почему, расскажите. И уже стал как-то просвещать немножко в своем, в том, в чем я разбираюсь, немножко людей. Ну, меня зовут Андрей Рыжков, это я сейчас вам буду рассказывать. Ну, это бывает. Конкуренты, которые боятся, что захватим еще больше. Ну, пока подгружается, я немножко расскажу про тему выступления. Тема моего выступления звучит так. Мечты и самообман пчеловодов. Или второе название, как продать больше 10 тонн меда в месяц. Тема интересная, но про мечты и самообман пчеловодов я особо говорить не буду, потому что я думаю, что каждый сидящий здесь знает, что это такое, когда мы каждый год рассчитываем получить больше меда. Вот, в новых ульях получится лучшая зимовка, воды много зимой. Вереска будет достаточно, там клевер, погода, береза опала, значит, либо будет. Ну, все приметы мы здесь смотрим, все знаем и надеемся каждый год, что вот в следующем году будет все хорошо, цена на мед поднимется, его будет больше, мы заработаем, купим все там ламборджини и так далее. Но мы каждый год обманываемся, потому что каждый год природа вносит свои коррективы, а мы не можем как-то повлиять на природу. И поэтому с каждым годом я укрепляюсь во мнении, что пчеловод, который ни разу не обманывался в своих ожиданиях, и не сам обманывался, это либо очень хороший какой-то стратег пчеловод, который знает, на что вывести, на какие медоносы в этом году сыграют, или это экстрасенс. Но я не экстрасенс, к сожалению, поэтому я тоже обманываюсь, как и все мы. Ну, то есть тяжело предугадать урожай меда, тяжело предугадать цены на мед, которые, слава богу, в этом году пошли вверх первый раз за последние, наверное, 3-4 года, так стабильно вверх поднялись. И поэтому я лучше буду говорить про вторую часть моего выступления. Вот, можно ее.
Вторая часть моего выступления звучит как... Как я уже говорил... Все отлично. Я, может, лучше в руку возьму. Хорошо. Так будет проще. Так вот, вторая часть моего выступления называется «Как продать больше 10 тонн меда». В этом я разбираюсь, и я вам сейчас немножко расскажу, как это все делается. Потому что я этим занимаюсь пчеловством уже довольно давно, и немножко себе расскажу, чтобы вы имели представление, что и как я делаю. Тут вот началось все с детства. Это я с луком стою, маленький, и сестра, которая, кстати, закончила Тимиряйскую академию с красным дипломом по пчеловодству. Отец и дедушка. То есть дедушка занимался пчеловодством, отец продолжил. Ну, я как уже в третьем поколении тоже начал заниматься пчеловодом, пчеловодством. То есть 13 лет я уже обслуживал еще, можно, это тоже старый, вот, обслуживал вот эту пасеку, ну, может, назад. 150 семей было. Ульи, конечно, были нестандартные, рамка 450 на 435. Кто знаком, знает. Большая рамка, весит 7 кг с медом, таскать тяжело, качается тоже очень тяжело. Ну, да, очень неудобно обслуживать. Я отца не смог переубедить в 13 лет, и поэтому уже достигнув 18 лет, я перешел на стандартную донатность с магазинами. И хотя с 13 лет обслуживал свою батьку с помощником. То есть 13, 14, 15, 17 лет, все школьные годы прошли на этой пасеке. Это каторжная работа, 100 дней одиночества называется. Когда заканчивается сезон и начинается каторга. Но, слава богу, вырос, 18 лет стало, и я уже приобрел стандартные ульи до данности. Вот такие вот. Ну, это знакомый белорусский улей, как он раньше назывался, 16-рамочный, с двумя магазинными надставками. С ними работает сказка, пчеловодство приобрело, заиграло новыми красками. И стали, конечно, расти перевесы. В 21 год я открыл ИП по пчеловодству. Это одно из первых ИП в нашем регионе, которое именно по пчеловодству открывалось. Налоговая не знала всех нюансов, что мы все освобождены от налогов. Вы все в курсе, да? В Беларуси все пчеловоды освобождены от налогов. То есть вы можете открывать ИП, работать себе в свое удовольствие, не платить никому ничего. Да, и показывать всем одну бумажку с законом, которая нас освобождает от этого. В 26 лет уже пасека моя увеличилась, уже составляла около 300 семей. И я открыл фермерское хозяйство, потому что нужно было привлекать других пчеловодов для обслуживания, помощников. Ульи надо было переводить, смотреть, делать весенние, осенние ревизии. А качка самая простая, это, конечно, можно было брать пацанов, как я и делал, но и на ревизии мне надо было искать помощь. Ну и я реорганизовался в 26 лет, вот из ИП я стал директором крестьянского фермерского хозяйства «Медовая семья». На сегодняшний день «Медовая семья» — это хозяйство, которое насчитывает более 700 пчелиных семей. Для России, я, конечно, понимаю, это не очень большие цифры, но для Беларуси это чуть больше средней пасеки, я так считаю. Ну, не 35, это точно. Всех маток по именам уже не запомнишь. То есть это уже тяжелее. Эти 700 семей обслуживают 8 пчеловодов. Я не пошел пока по пути централизованного обслуживания пасеки. Я, как это можно сейчас видеть, отдал все на аутсорсинг. То есть пчеловодам раздал ульи, раздал материалы, снабжаю их лекарствами, сахаром, плачу им зарплату и ставлю норму откачки. У каждого своя норма, и в таком ключе работаем. Я сам себе оставил 2 улья для души и для тела, чтобы не забывать, что это такое. Ну и вот следующую картину можно показать. Открыл фасовочный цех. То есть вот у нас в Гродно находится такой цех по фасовке меда, в перспективе он вырастает в цех по откачке меда, где уже будет централизованно откачиваться еще порядка 300-700 семей. Но это уже ближе к Гродно, к региону, потому что так пасеки раскиданы в Слоне, Дятлово, Луковыск, Мосты, Берестовица, ну то есть так, региональный по району. А будет уже централизованное. Ну и в этом цеху мед пасуется по баночкам. Эти баночки потом поступают, ну, практически во все магазины, во все торговые сети по нашей Беларуси. Под разными брендами, под маркой ПЦ, под маркой «Медовая семья», под маркой «Смокота», ну, СТМ, то есть, собственно, торговая марка. Это дает мне возможность не задумываться о том, куда продать мед,
остается вопрос, как произвести мед в нужных количествах. Об этом я вам сразу говорю, рассказывать не буду, потому что среди вас много практиков, которые лучше меня знают, как производить мед. И я уверен, еще мы сегодня-завтра выслушаем выступление многих людей, которые вам расскажут все тонкости нюансы крупного пчеловодства. А я расскажу именно, как продать такое количество меда. Ну, речь идет о десятках тонн. То есть для меня продать 20-30 тонн, которые откачиваются с моих пасек, это не составляет большого труда. И главную же идею, которую я хочу до вас донести, это то, что продажи меда, вот некоторые пчелы говорят, было бы куда продать, а я бы уже накачал. Был бы избыт, я бы с работы уволился и занялся бы плотным пчеловодством, накачал бы в 2-3 раза больше. Так вот, на самом деле в Беларуси такой проблемы не стоит. Потому что у нас в Беларуси рынок продажи меда, он только становится с колен на ноги. И сейчас очень хорошая возможность использовать Беларусь как площадку для сбыта не только по стране Беларуси, но и в соседние государства, страны. На сегодняшний день, допустим, ведутся переговоры с Японией, той же Россией, нашими братьями, и Европой. На некоторых каналах мы уже работаем, так скажем. Так, ну теперь вопрос задал. Вот. Знаете, что это такое? Багги. Можно перелистнуть там. Когда-то больше. А, ну это хобби. Это бидоник. Это вот пчеловоды информированные пакеты. Вот баночка, да. Вот эта баночка. Все знают, да, что это такое? Баночка. Ну, а какой тут второй смысл? Кто мне сможет догадаться? Маркетинг. Ну, объем этой баночки, вес 450 грамм. 350. Ну, я вам скажу так. Вот такое количество меда потребляет в среднем житель Беларуси в год. Мало. В год. А в Германии я думаю, что ни одному из сидящих в этом зале такой баночки на год не хватит. Ну, на неделю хватит, может, на две, если куда уезжать. Но, да, статистика говорит о том, что 430 грамм потребляет в среднем житель Беларуси. То есть он еще не доест немножко, тут останется. Ну, пошкрябать можно будет, что там. Это низкие цифры. В Европе такие показатели выше, в России приблизительно одинаковые. Тоже такое же количество в среднем идет. Ну, об этом и статистика. Какая статистика, тут судить нам сложно. И верить ей или не верить, это тоже большой вопрос. Но, по крайней мере, на это цифры можно опираться. Сахар наше население потребляет в 60 раз больше. То есть сахар и мучных изделий, это тоже, если есть статистика, потребляет 26,5 килограмм. То есть цифры, представляете, 60 раз ровно. А вся проблема это из-за того, что население не знает о меде, что это такое и для чего он. В большинстве мы все знаем, что люди приходят за медом когда? Когда надо что-то лечить. У меня заболело горло, у меня туберкулез на последней стадии, дайте мне 100 грамм меда, я хочу выздороветь. Ну и все вот так, в таком ключе. То есть для людей мед это не еда, а лекарство. Вот это ну, как возбуждение людей, которые обычно бывают, они пчеловоды. Пчеловоды мы знаем, о пользе я тут рассказывать не буду. Но для людей в основной массе мед это все-таки лекарство. Поэтому вы, наверное, никогда не видели очередей возле полок с медом в гипермаркетах. И какой-то такой ажиотаж, он не наблюдается. Поэтому что нам надо сделать, чтобы увеличить продажи своего меда и, соответственно, продать в Беларуси, это сейчас тут табличка такая. То есть повысить уровень потребления меда в стране. На самом деле делается это не очень сложно, и если это делать каждый день, каждую неделю, каждый месяц, то есть надо популяризировать мед. Популяризировать его очень просто. Нам надо перестать быть в тени, находиться в пчеловодах. То есть мы должны понять, что нас никто не ищет, и никто не ждет, что никто не придет вам и не скажет, мне нужен мед. Надо заявлять в соцсетях, в Facebook, Instagram, ВКонтакте, там всевозможные одноклассники, свои собственные странички, сайты. Если этого не делать сейчас, то через 2-3 года про вас забудут. Вас просто никто не найдет. Никто не будет вбивать в поиск Вася Пупкин из деревни Тьму-Таракань мед. Вас будут сказать, купить мед, все. И те пчеловоды, которых сейчас нет ни в интернете, нигде, они потеряют не только розницу, но и оптовиков. Потому что, ну об этом я попозже расскажу, почему оптовиков не тоже потеряют. И еще одно самое главное заблуждение пчеловодов, вот я тут на форуме почитал про наш семинар перед встречей, о том, что пчеловод пишет, чем меньше про нас слышат, тем лучше, поспокойнее, потихонечку, это заблуждение большое. Кто-то там писал, больше народу, меньше кислорода. На самом деле, чем больше про мед говорить,
То есть конкуренции у нас нет. То есть среди друг друга мы никто не конкуренты. Сидящие здесь или продающие на соседних прилавках и на рынках, это не конкуренты. Мы должны друг другу помогать. Сегодня Вася рекламирует мед. Потенциальный потребитель слышит, идет к Мише, покупает мед. Завтра Миша рекламирует, он потребитель идет к Васе. То есть надо перестать гнать, ну если так жаргоном, извините меня, друг на друга. Нельзя говорить, у меня мед хороший, у того плохой. Это очень-очень большая ошибка, потому что в итоге человек теряется. Он приходит за медом, ему сказали, что у того плохой, тот скажет, что у вас плохой. Но это я говорю и про розницу, и про опыт. Потому что мы продаем в больших масштабах, но даже мы не позволяем себе говорить про конкурентов что-то плохое. Потому что это как бы не классное понимание уже крупного бизнеса, когда ты понимаешь, что главное протолкнуть идею покупки меда. Чьего меда, это уже стоит на втором месте. Покупатель делает выбор за нас. То есть это вот первое, что надо делать, это популяризировать. Второе, это надо снизить цену. Ну, снизить цену, это понятно, это увеличивать пасеку, о чем говорили, чем больше пасеки, тем больше пространства для маневра. Не стесняться вкладывать деньги в пасеку. Многие из вас охотники, рыболовы, покупают себе дорогие удочки, ружья, вместо того, чтобы там покупать медогонки, ульи или еще что-то. Многие работают с ульями, которым больше 10 лет. Ну, надо как бы шагать в ногу со временем, надо не бояться инвестировать в пасеки свои, если вы не хотите потерять медовую тему вообще в будущем. Ну, используя современные технологии, это я уже про это можно не говорить, это понятно и так всем. Так, и третье, это выход с тени. Ну, о чем я сказал уже чуть раньше. Потому что и многие из вас, вот поднимите руки, я хотел такой вопрос, пользуясь случаем. Кто из вас зарегистрирован как индивидуальный предприниматель или как юридическое лицо? Можете поднять руки? Что-что? Поднимите руки те, кто зарегистрирован как индивидуальный предприниматель или юридическое лицо. Там ЧУП, КПХ, ну, понятно, абсолютно меньшинство. Да, потребительский кооператив, это тоже хорошо, это очень хорошо. Ну, то есть получается ситуация, смотрите, мы все сидим и ждем. С нами никто не хочет работать, пока мы не зарегистрируемся как какое-то лицо. Мы можем находить Васю, который в этом году приехал, забрал у нас 300 килограмм, можем найти Петю, но в следующем году Петя и Вася приедут к тому, у кого есть документы, ИП, юрлица, оформить с ним договор долгосрочных отношений, когда можно какой-то делать прогноз, и будет работать с ним. Те пчеловоды, которые не зарегистрированы никак, они либо уже срочно вступать надо в производственные кооперативы какие-то, которые делают какие-то телодвижения, либо надо регистрироваться. То есть заявлять о себе надо обязательно. Налогов, как я и говорю, мы не платим. Ну, то есть мы платим, я плачу, потому что это же фермерское хозяйство, там уже другая система налогообложения, там идут выплаты и НДС, и единого налога. А ИП, которые зарегистрированы в качестве пчеловодов, они налоги не платят. Ну, то есть можно смело регистрироваться и работать. Ну, вне зависимости. Ленин уже... А Качевка в лес? Качевка в лес за... Качевка в лес. Делается очень просто. Лесной билет в лесной... Это копейки. Выписывается, и копейки он стоит. Можно возить. Пасеку хоть 1000 рублей. Если работаете вы, и даже не наш наемный 2 человека, то вы имеете право работать. У ИП, сейчас рассказываю простую схему про себя, буквально одну минутку. У меня на фирме работает сейчас 8 пчеловодов, еще 4 человека в цеху, продавец, бухгалтер, человек 15, постоянно здесь, на этом всем моем деле. У меня в штате числится буквально 4 человека. Все остальные люди у меня под договор нами. Вот про что я говорю. ИП, я беру ИП на обслуживание своей семьи, с ним заключаю договор, все, работаем по безналу, все в чистую, работаем, он работает себе спокойно. То есть тут никаких вопросов нет. Можно индивидуально предприниматель, можно заключать договора обслуживания с пасеками, хоть еще с 15-20 другими индивидуальными предпринимателями. То есть тут нет ограничений никаких. Ну, я могу рассказать про налоговую нагрузку, но лучше я потом расскажу, как это делать по минимуму. Платежи, поверьте мне, лучше быть платить там 23 рубля в месяц и не быть тунеядством, чем быть тунеядством и платить там 3000 или сколько там, я не знаю, сейчас точно не буду называть. Ну, то есть, на самом деле, все это несложно, но выходить из тени надо. Пока вы пчелы на пасеке, вы зависите от всех. Да-да. Когда все члены кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам членов.
У нас по производственным кооперативам будет разговаривать мой хороший друг Виталий. Он все подробно расскажет про эти нюансы. По производственным кооперативам, к сожалению, не могу сказать точно. Второй вопрос еще. А у нас очень часто вот ассоциируется, скажем так, мед, который розлит сразу в пару, как мед более низких качественных из супермаркета, как правило. Берут люди, которые совсем далеко как бы от пчеловодства, которые берут давно по сбору, какой там был супермаркет. Ну, как искусственно получается мед. Скажите, как вы считаете, будет ли решать какой-то степени формализации, скажем так, вот, чтобы вот эта планка меда сцепилась с каким-то конкретным человеком? Возможно, какой-то QR-код, чтобы конкретно была сцепана пасеку, чтобы это было, скажем так, более переносилось не на характеристики меда, а как обычно на характеристики пчеловода. Я сейчас вот подробно как раз у меня дальше будет об этом, о том, как отличить мед хороший, нехороший. Он безликий. Это правильно вы сказали, но я об этом как раз расскажу чуть попозже. Так, ну и следующий слайд можно. Ну, это рочная точка наша, которая существует только для мониторинга рынка. Смотреть ценовую политику плюс-минус, какой мед потребляют люди, какая цена на мед. Сделали банку. Банку съели. А ее там нет, это розница. Это мы отделимые понятия. Нет, не купят. Такую банку не купят, потому что в нее включена стоимость крышки, стекла и этикетки. И люди посмотрят 450 грамм положить в мою из-под огурцов соленых или купить готовую, лучшую из-под соленых огурцов. Правильно. Гипермаркетах больше ходит молодежь и без разницы. Розничная торговля медом никто не отменял, она есть, люди привыкли покупать мед у бабушек на рынках, поэтому на рынке они не ходят. Ну вот я хотел показать следующую картинку, это то, с чего начинается пчеловодство, должно начинаться пчеловодство, которое более, ну скажем так, 200-300 семей. То есть первое, это вы должны купить себе рофлю и европатоны и построить или взять в аренду помещение. В этом помещении удобно и откачивать мед, и хранить мед, и его условия хранения соответствуют всем человеческим нормам, свойственным нормам. Я видел много пасек, много пчеловодов. После посещения некоторых пасек желание с этим пчеловодом здороваться отпадало. Потому что когда я видел, в каких условиях откачивается мед, и потом продается этот мед дальше людям, становилось страшно за людей. Потом как бы выходит легенда, что мед не полезен, от меда в больницу попадают и все такое. Но самое главное, это вот то, к чему я приближаюсь, это какой-то стандарт качества меда. Так, ну можно следующий. Ну это вот мы привезли корпуса, оставляем их по складу помещению, чтобы вам было видно, я сказал. Откачка будет также производиться в этом помещении, пока здесь происходит фасовка и складирование. Ну, оно ведено, да. Так, вот про выход из тени. То есть, если кто-то захочет найти медовую семью, он в Google вбивает, в Яндексе вбивает первые же там 10-20 ссылок, он нас находит. Но... Конечно, мне кажется, поднимет сразу резко, пчеловодство в Беларуси чуть выше. Ну, вот это интересная диаграмма. Я тут подробнее немножко расскажу. Это вот эта же баночка, которую я вам показал. Она, ее стоимость в разных условиях. То есть самая верхняя, это на рынке Минска. Такую баночку можно купить за 8,5 рублей. Чуть дешевле ее можно купить на полке гипермаркета. Потому что там уже оптовые продажи идут гипермаркета. Гипермаркет делает минимальную наценку, она чуть дешевле, чем на рынке получается. На рынке в областях мед такой еще дешевле. У знакомого пчеловода, ну это Вася, продай меда, она будет стоить еще дешевле. У пчеловода-оптовика, ну кому перечисляю себя я, мед это можно купить еще дешевле. Тут понятно, что я не продам 450 грамм меда, я их лучше даром отдам, скажу, на, иди, только не мешай работать. Потому что, ну, такими объемами неинтересно заниматься. В России у наших действительно братьев, друзей мед стоит еще дешевле. Ну почему уже объясняется после выступления Михаила? Да, не стоит. Тут программа импортозамещения, поддержки пчеловодов и, самое главное, погодные условия. Они, конечно, Россия большая, и она может реально как бы позволить большое количество меда. Ну и последнее, это цена меда, ну, на сайте, допустим, интернет-магазина Москвы, там, не будем называть, допустим, Горько-Морько, допустим. Да. Ну,
тут бралась цена именно интернет-магазина конкретно, поэтому такая как бы шкала, диаграмма. То есть вы видите, что самый главный вывод, какой можно сделать из этой цены, что мед отличается от начала производства и до конца, то его конечно потребителя, 2,5 раза. 2,5-3 раза отличается цена. Это говорит о чем? Мед – это на самом деле такой тезис, скажу, может, громкий, но мед – это нефть 21 века для здорового образа жизни. То есть растения выкачивают эту нефть, пчелы эту нефть собирают, пчелы добыл эту нефть. В России, вы знаете, она очень дешевая, эта нефть. Мед. Ну, вы поняли, что. И в итоге получается, что пока она дойдет до конечного потребителя, вот можно следующий слайд показать, проходит до 7, то есть 5 посреднических фирм, людей, ИП, ну и всякое, может пройти мед, прежде чем дойдет до конечного потребителя, от пчеловода. На этой всей цепочке цена меда возрастает на 1%, на 5%, на 10%. Это не с потолка взятые цифры, вот все, о чем я сейчас говорю, это из личного опыта. То есть это не просто вот там теория или еще что-то. Я на своем примере просто взял и посчитал, сколько количество проходит ступенек, пока мед попадает в некоторых случаях до прилавка. Ну и следующую картинку можно показать. Это, ну, сравнение меда в России и меда в Беларуси. То есть в 17 раз больше меда получают наши соседи, чем мы. Поделиться одной баночкой они смогут в любой момент. То есть протянуть руку помощи братским народам. Поэтому если сейчас ничего не предпринять в плане расширения пасек наших, увеличения выхода меда, то ситуация будет действительно плачевная. Сейчас, как известно, гипермаркеты, с которыми мы плотно работаем, если что-то им не нравится, они говорят, ну не проблема, мы возьмем мед с России. Действительно, на полках гипермаркетов Алми, Евроопта, Евроторга вы можете видеть, что стоят меда с России. Ну, то есть это хорошие, видимо, меда, но просто цена на них дешевле значительно, чем белорусские меда. Поэтому они ставят их на полку гипермаркетам, вы знаете, главное это оборачиваемость товара и продажа прибыли. Так, это там можно следующий слайд. Ну, это вот та схема, по которой пошел я. То есть о чем я сказал. Я когда все это проанализировал, поработал, я понял, что надо организовать пчеловодов, которые будут производить мед для меня, плюс продавать мед со своих семей, которые практически каждый держит помимо моих пчел, еще и мне же я могу полностью знать их историю. То есть, когда, допустим, пчеловод у меня содержит там 100 семей, а у него еще там 100 своих. И они вывозятся все там на соседние точки в одном районе, его подтвердит свое ботаническое происхождение, помогает анализ пиццевой, а качество лаборатория, а его на самом деле, как, ну, происхождение в Беларуси, это уже видно мне невооруженным глазом. Поэтому я и объединял пчеловодов, хотя на самом деле эта задача непростая. Найти пчеловода толково, объединить, это проблематично. Но создаю такие условия, чтобы им было выгодно работать. Они выгодно работают. Ну и я исключил эту посредническую схему, и это позволило поставлять мед гипермаркет уже по дешевой цене, потому что, ну, как бы от производителя, но с помощью пчеловодов он получается наценку минимальная. Но вот самое главное, что я придумал, это вот то, о чем я говорил, хотел вам ответить на вопрос, это единый контроль качества. Мы знаем, что мед нормируется сейчас государственным ГОСТом, ну, ТРТСом, СанПин, это больше касается именно посовки, а сам мед должен соответствовать всем ГОСТам. ГОСТ у нас 1976, там 2011 старенький. Его собираются сейчас менять, но в нашем ГОСТе Беларуси прописано, каким должен быть мед с хлопчатника, мед с белой акации. Ну, вы можете представить, какое представление имели те, кто этот ГОСТ составлял для Беларуси. И, честно, норма этого ГОСТа войти очень легко, туда пройдет даже мед с признаками брожения, если у него кислотность соответствует, влажность до 21%. Поэтому я вывел собственный как бы стандарт качества, единый уровень своим пчеловодам. Каждый мед свой, который я забираю пчеловоду, проходит каждая партия проверки. Для того, чтобы его можно было без всяких обмана совести продавать людям. Это жесткие требования. Люди знают, что не кормят они сахаром, не кормят лекарствами, не кормят другими какими-то веществами. Но я получаю больше объем меда, чем могу получить своего и этих пчеловодов моих. Хорошим качеством. В перспективе мы, несколько членов страны нашей, которые занимаются фасовкой, ну, конкретно сейчас разрабатываем логотип единого стандарта. То есть единый стандарт качества меда, который будет не государственным, но проверен и верифицирован нами самими.
Мы каждую партию будем проверять, где что берется, как фасуется, в каких условиях, и уже сверху, грубо говоря, на баночке клеить на шлепку, что вот произведено экологически чисто, там Беларусь, мед какой-то. А вот можно сказать экологически чисто, то есть стандарт Санкт-Петербург, это переход слова. Это просто слово. Это не будет. Потому что я даже знаю, что в России сейчас таких стандартов не существует на мед. Уже существует? А, ну это очень радует. Хорошо, значит, мы подтянемся. Ну все это опять же можно. Ну да, как ГОСТ. И потом, также, вот, допустим, ну, простите, вот если даже пчеловод весной кормил пчелов в саду, что не есть плохо. Да. Почему-то все там шарахаются, боятся. Пчела инвертировала уже сахар, это уже не дитрих более сахара, это моносахар. Если там 1-2%, 5% попало из подкормок сахара, он нисколько не портит мед. Да, мало же надо говорить прямо, а все люди говорят, попал туда сахар. Мы варенье делаем из сахара, это нормально. Я расскажу больше. У меня сейчас работает человек, я эволюционный стажер в Израиле, и он приехал оттуда и рассказал очень интересные вещи. Наши тоже, наверное, друзья. Евреи, они постоянно практикуют постоянное размещение кормушки на протяжении всего сезона в ульях. Идет подкормка гнезда, это делается для того, чтобы матка сеяла, не останавливала свою яйцекладку даже во время плохих погодных условий, когда нет привеса, нет приноса. И этот сахарный сироп постоянно, каждый день, каждые там два дня приезжает машина, поливает, просто заливает эту рамочку. В итоге меда получается много, вы сами понимаете почему. Но сахароза там не зашкаливает. Там, я не знаю, что там какие нормы, но это все как бы входит в рамки меда. Потому что действительно сахароза, она под действием амилазы растворяется на глюкозу-фруктозу и складируется пчелами, делают запасы. Даже если быстро идет нектар выделение растений, пчелам некогда обработать, все равно может быть сахароза попадать в результат. Это тоже все известно. Так, это я сказал. Ну, вот по следующему можно сказать. Это про торговые сети. С торговыми сетями работаю уже больше 2 лет. Заходить туда очень тяжело, в наши торговые сети, потому что страна маленькая, все толкаются плечами, и это на самом деле очень сложно. Для этого надо было открыть цех, вложить туда большие деньги, чтобы все это сертифицировать, пройти все нормы. И открытие цеха самого, оно не очень простое, даже, скажем, очень непростое, потому что помимо больших инвестиций в этот цех, уходит все время на открытие. Больше года я только вкладывал все время, все деньги в открытие этого цеха. Если вы захотите как бы сделать то же самое, то это все получится. Непременным условием будет развод или уход жены, потому что это, когда она узнает, сколько денег, времени у вас уходит на этот цех, она говорит, что спасибо, я поняла, что я стою в твоей жизни, до свидания. Да, это другого. Дальше не поняла. Ну и теперь по торговым сетям, подробно это я скажу, что есть несколько основных пунктов при работе с торговыми сетями. Главное для торговых сетей цена. То есть цена меда. Вы приходите, показываете баночку, первым делом спрашиваете цена. Вы называете цену такую, чтобы она была ниже конкурентов или выше конкурентов, объясняя, почему выше, или вы зашли с той стороны, что какую цену вы назвали, такую и останется. Ну, страна-то маленькая, все друг друга знают. Второе – это отсрочка, рассрочка. Она даже главнее, чем цена. То есть, потому что торговые сети начинают от 60 дней, 180 дней, 360 дней, 400 дней. Отсрочки, да. Не удивляйтесь, так работают почти все торговые сети нашей страны. Ну, я говорю про крупные, не 2-3 магазина, а постоянные. Да, подписываются соглашения, потом доп. Соглашения, потом товарищеские соглашения, джентльменские соглашения, где они вам ставят условия. Либо вы не увидите денег совсем, либо подписываете, через год вы их увидите, но 90% того, что мы вам должны. Ну, то есть это не будет секретом ни для кого, кто у нас заправляет торговыми сетями в Беларуси, поэтому на них управы как бы искать смысла нету. Приходится выкручиваться и работать с такой отсрочкой. Третье, что в торговых сетях, это я хочу сказать как раз, мёд для торговых сетей, он относится к продуктам не первой, не второй, даже третьей категории. То есть на первом месте это спиртные, сигареты, это то, что должно быть постоянно, из-за чего народ может бунтоваться, если этого не будет. Второе место – хлеб, макароны, мука. Третье место, или может там четвертое – это мед.
То есть для них неинтересно, такие объемы меда, которые могут прокачать, а поверьте, что мы прокачивали в торговых сетях до 10 тонн в месяц, даже больше доходило, это для торговых сетей немного. То есть это совсем немного, их интересует объем от 50-60 тонн, желательно по маленькой цене и со срочкой на 2 года. Ну, то есть пчеловодов, о чем я и говорю, пчеловодов-одиночек, кто сейчас остается, их разденут как липку и даже, ну, может, даже не будут с ними разговаривать. Да, так все течет, все меняется. Ну и еще про торговые сети я могу сказать, что юристы, менеджеры, они все равно умнее нас, подписывают, про вас продавят, сидят целые команды. И меня давят, то же самое, целые команды, которые получают зарплату за каждые 5 дней отсрочки, то есть вначале 45, потом 50, 60 и понеслась. И, ну, тут очень сложно, приходится с каждой сетью индивидуально работать, а с учетом того, что в Беларуси у нас таких крупных, как бы, поставщиков торговой сети всего 6-7 компаний, то, ну, то есть мы все друг друга знаем, и торговые сети все друг друга знают, они начинают манипулировать, ну, целые приемы, это учат маркетологов, и они спокойно этим пользуются, то есть это несложно для них. Ну, и какой выход, как бы, вот продавать можно, я еще раз скажу, можно продавать и 10, и 15, и 20 тонн в месяц в Беларуси, есть сбыт, есть возможность использовать Беларусь как площадку для поставки меда в другие страны, но для этого надо одну вещь сделать, это вот вещь самое главное, это следующий слайд, объединиться. То есть то, что закономерно вытекает из всего того, что я сказал. Если мы объединяемся, то есть пчеловоды, я не говорю сейчас про пчеловодов, у которых там 20, 30, 40 семей, про них сейчас чуть позже расскажу, но те, у кого 200-300 семей выше, им надо объединяться в производственные кооперативы, открывать какие-то фирмы, ИП, ЧУПы, ЧТУПы, КФХ, там все что угодно, в зависимости от уже куда лежит душа. Но если мы этого не сделаем, то будет очень плохо. Что нам даст объединение? Первое – это деловые отношения, деловые связи, о которых я говорил уже. Допустим, Вася может подписать договор с Гришей на поставку 10 тонн в год. Он обязуется поставить 10 тонн меда в год, потому что знает, что он накачает 15 точно. Миша знает, что он может рассчитывать на это количество, через 2-3 месяца он должен рассчитаться с этим пчеловодом, а за эти 2-3 месяца он сможет мед продать, распасовать, там, съесть, все что угодно. Но какие-то договорные отношения должны быть. Пока мы безлики, то есть мы не ИП, не юрлицы, никто, когда деньги будут? Через месяц. Когда деньги будут? Через месяц. Ну и все. И мы, пчеловоды, думаем, а как ждать, а как жить, мне там надо кухню купить, ванну, ребенок родился. Ну и поэтому надо обязательно делать деловые связи между друг другом, между фирмами. Одновременно лечение обработка пчел. То есть на моих пасеках лечение от клеща, ну это как бы бич самый главный. Звонок всем. Ваня, Коля, Коля, еще один. Все, обрабатываем завтра. Погодные условия соответствуют. Ну, слава богу, пасека активно покроется в области. То есть сильно погодные условия не отличаются. Идет одновременная обработка, плюс-минус день. На тех, есть районы, вот, допустим, Дятловский район, там три пчеловода занимаются пчелами. У каждого там довольно большие пасеки. В Слонимском там чуть меньше, но в итоге я хочу, чтобы по области происходила обработка централизованно. Когда клеща мы давим сегодня на этой пасеке, через две недели на второй пасеке, клещ кочует из одной семьи в другую. А одновременно обработка клеща, она исключает такое перемещение. Ну, плюс обеспечение рамки мощины сахаром, это то, что тоже даю я, дают производственные кооперативы. Люди постоянно получают все это в нужное время и по цене завода, без всяких наценок, торговых назвалок. Это удобно пчеловодам. Пчеловод знает, он может держать 100 семей, увеличить 150, 200. Ну, тут о плюсах говорить можно много, но основные я назвал. Так, ну, следующий слайд. Вот деление пчеловодов. Как бы, может быть, грубое кому-то показаться, но, как уже, кстати, сегодня говорили, что пчеловод делится на две категории. Первая категория, которая до 100 семей, и тут вкратце я попробовал обрисовать выходы в ближайшие год, два, три, что надо сделать, чтобы не слиться. И пчеловоды, которые более 200 семей. Для пчеловодов больше 100 семей, тебе правильно было сказано, что работа с пчелами – это прибавка к зарплате. И если разделить всю прибыль, которую они получают в пасек, на 12 месяцев, получится хорошая такая зарплата. Прибавка к основной, или даже, может, у них не работает, просто хорошая зарплата. Это пчеловоды начинающие, скажем так, или которые остановились и сказали, больше не надо, ну, по каким-то причинам.
Вот если в ближайшие 2-3 года они жестко не забрендируются, то есть не назовут там мед у Михаила, выставится сайт Миша Мед, Михаил, много вспоминаю, да? То их не найдут, и они не будут знать, куда сбить свой мед. Второе – это экстрим. Ну, это то, о чем мы все знаем, это новое направление довольно-таки в Беларуси, которому лет 5-6. И в него могут идти пчеловоды, приглашать гостей, давать им пробовать мед, распродавать так свои 2-3 тонны меда в год. Это несложно. Или специализироваться на пчелопакетах, молоководстве, ну или других каких-то побочных, перге, пыльце, что тоже их спасет. Когда у них будет жесткий профиль, жесткий, то они тогда выживут. Просто оставаться там 50-60 семей и качать мед, ну это тупик. Потому что, честно, еще 2-3 года и пчеловодство в Беларуси вырастет до масштабов там 1000 семей в год. И мед с 50 ульев, с 60 ульев не будет не интересовать никого, ни меня, ни других крупных пчеловодов. Ну, малорентабельно это да, и плюс там не включены затраты, зарплаты пчеловода. Пчеловоды думают, что я вот заработал там 6 тысяч долларов за сезон. Раскидать на год это 500 долларов в год, простите, за 1000 рублей можно хотим работать топ-менеджером в свою компанию, зависит от пчеловода. То есть для тех, кого пасека более 200 семей, я специально 100-200 отрезов не включил, потому что это такой переходный отрезок, за один год можно со 100-150 бомбануть, в зиму там 120 запустить, то есть это варьируется. А вот более 200 семей – это уже серьезные пасеки, которые должны тоже держать постоянно такое количество, чтобы оставаться на плаву, сохранять чистые условия откачки, пасовки, ну пасовки, можно пасовки, да. Ну, да. То есть то, что я показал, какой-то склад, какое-то помещение, ни у бабушки в деревне, ни там в соломенном доме, где там руками отжимаем мы этот мед, зато смотрите, какой он вкусный. Это, пожалуйста, в ту категорию, которая до 100 семей, жесткое брендирование. То есть рассказывайте, почему ваш мед очень хороший, и покупайте. Если хотите продавать мед на самом деле, то это 200 семей больше и уже чистые условия откачки. Готовность работать вместе, это я уже много раз повторил. Активная позиция. Ну, всем понятно, хочется отдохнуть, порыбачить, побегать с детьми. Это хорошо. Но есть психи-одиночки, это вот как я, которым интереснее подумать, разработать что-то новое, придумать какую-то новую конструкцию крышки, улья, протолкнуть эту конструкцию, показать своим пчеловодам, и они потом все гуськом пойдут, скажут, давай мне таких 50-100, с ними идеально работать хорошо. Ну, это я утрирую, конечно, но всякие множества мы преподносим, постоянно какие-то семинары для своих пчеловодов провожу, чтобы они все это видели, знали. Ну, и долгосрочные отношения – это то, что очень-очень честно надо нам сейчас, чтобы нас не задавили наши братья. Надо обязательно какие-то создавать свои долгосрочные отношения, потому что мед в России дешевле, его больше, граница открыта, перевезти мед с России сами перевезут, даже ехать никуда не надо. Тоже Воронеж, Россож, Борисоглебск, это просто, ну, привезут, правда, то, что привезут, но тут уже у кого совесть позволит, как продавать, не продавать. Не, я не про то, что вот, допустим, я не то, что вот опять, неплохой мед ни у кого. Мы просто заказали липу, привезли гречку, там, заказали гречку, привезли гречку не такую. Ну, условно, конечно, утрируя говорю, но в итоге, что надо, самое главное, надо развивать свое пчеловодство. Так, про выходы я сказал, для первых и для вторых. Вот если первые не будут ничего из этого делать, они сольются. Ну, это как бы послушаем, посмотрим, что будет через 2-3 года. Мои слова делают или нет. Ну, для вторых тоже рассказал. Так, ну, следующий слайд. А, ну, там как бы сейчас вот появилось. Есть у меня вот такие эти книжки. Вот, одна книжка у меня называется «Учебник». Сейчас скажу, как правильно называется. «Пчеловодство» называется, 1926 года. И есть книжка 1918 года. Ну, можно сказать, уже 100 лет книгам этим. Да, вот я и хотел даже зачитать. У нас тут есть такая срочка, что между тем надо принять в расчет не только стоимость сравнения сахара и меда. Вот. Следовательно, спрос на мед у нас будет только тогда велик, когда мед станет гораздо дешевле сахара. Да, вы понимаете, 100 лет назад придумали. Почему думали? Потому что в Москве сахар можно было в 24-25 годах, сахарный песок стоил 11 рублей, а мед 12-14 рублей. Ну, сейчас сахарный песок стоит 1 рубль 10 копеек, мед стоит те же 12-14 рублей. Ну, то есть мы знаем в 10 раз.
То есть в этом они вот 100 лет назад они конкретно ошиблись. Но дальше тут есть строчки, тут же на следующей странице, их очень интересно, я зачитаю. Что пчеловодам надо объединяться, чтобы иметь преимущество не только в сбытии продуктов, но и чтобы получить помощь от товарищей. То есть если мы запустим вот этот маховик работы, когда мы будем каждый работать над тем, чтобы увеличивать пасеку, улучшать качество меда, условия не качество меда, мед хороший есть весь, если он правильно качает, ну, правильно собран пчелами. Именно маховик чистоты, какой-то собственной сертификации, собственного роста, то каждый будет расти, и все вместе мы тоже будем расти. Ну и последнее уже заключительное. Ну это вот наш сайт, кому интересно, могут зайти на honeyfamily.by. Там, кстати, доска объявления, о которой я говорил. И можете посмотреть, там подробно про нас написано. Ну, может, какие-то вопросы у вас есть ко мне. Да, когда у меня было 300 семей, я отказался от централизованной откачки, потому что начал заниматься фасовкой. Фасовка – это очень сложная вещь, я вам так скажу. Заявки, поставки, договора. У меня есть люди, менеджер по развитию, директор по развитию, который занимается вопросами менеджера, но все равно это очень много работы отнимает. У меня хватает времени на то, чтобы централизованно сделать закупки, чтобы люди развозили уже кому надо. Я сам развозил сахар, овощину, рамки, ульи новые. Это постоянно идет обновление ульев, увеличение пасек. А сам я не качаю уже ничего. То есть я себе оставил, построил апидомик, чтобы приехать поспать, поработать, у меня там 6 семей стоит. Оставил 2 улика контрольных на привесе, просто чтобы не забывать, что такое пчеловодство. Но в следующем году мы бабахаем 300 семей сразу. Уже ульи почти готовы, сейчас делаются всю зиму. Увеличим пасеку, да, ну, планирую увеличить, если ничего не со мной случится, до 1000 семей. И уже потом делать это централизованно в том месте, где будет проходить его фасовка. Потому что раньше, когда мы качали централизованно, мы качали где-то 700-800 килограмм в день. Там как бы потом еще с ним. Да, с этих целей, не знаю, есть ли Игорь Леонидович в зале, но вот представитель фирмы Лысин, польский, да, мы покупаем оборудование, в том числе пифра, фильтра высокого давления, где сетка маленькая, там, намного меньше миллиметра, дорабатываем некоторое оборудование сами уже на нашем агромаш-холдинге, и фильтруется, чтобы не было кислых зерен, для того, чтобы мед оставался дольше жидким. Он все равно сядет, но он уже будет дольше. Если он не сядет не через месяц-полтора после его докристаллизации, а где-то через 3-4 месяца, может через год. Ну, как бы загадывать тяжело, потому что разные меда по-разному строятся. Я ушел от понятия неудачного года. Я понял вопрос. У меня неудачного года нет. У меня все пчеловоды, которые со мной работают, получают стабильную зарплату. Они знают, что плохой год, хороший год, они получат зарплату определенную, в зависимости от того, у кого сколько семей. У кого там 300, то есть 30, ну 30 нет, там 50, 500, 100 семей, 1000 рублей каждый месяц. Они об этом знают, но к ним у меня жесткая зимовка и жесткая тарификация меда. То есть зимует у меня 100% пчел, и откачивается у меня определенное количество меда, которое норма. Я сказал пчеловодам, та норма и откачивается. То есть если ты не накачал такую норму с моих пчел, то отдашь эту норму со своих пчел. В следующем году ты накачаешь моих больше нормы, и ты мне этот мед продашь. Ну, то есть вот такие у нас взаимоотношения, но это дает мне то же, о чем я говорю сегодня долго, деловые отношения. То есть я знаю, какое количество меда накачает моя семья. Каждый год, медовый сезон. Я цифры не буду говорить, но счет идет 50. Ну, скажу так, больше 20 тонн. Так. Нет, с одной семьи, например, с одной семьи, какие нормы? В зависимости от 20 до 50. Это зависит от условий. Возим мы этому пчеловоду, или он сам перевозит пчел. Какие ульи корпусные или 16-рамочные? Ну, 16-рамочные я заказал, у меня там достал, что 200 немножко. Остальное все корпусное. Так вот 20%. Вот. Это не 20, это от 20. Я не буду называть точную цифру. Ну, 20-50. Ну, в районе, 7. Да. А, 7, да. В общем, не интересно. Да, где-то от 20 до 50 килограмм. Но мы выжимаем по максимуму все, что можем. Качуем по 4 раза за сезон.
какие условия?